я покажу электромонтаж в квартире. Была куплена квартира, в которой был сделан новый электромонтаж. Но так как клиент добавил розеток и появился еще здесь второй этаж, было принято решение добавить группы и частично изменить проводку, но часть проводки оставить, которая была, и добавить часть новой. Короче, была поставлена задача сделать проводку с минимумом затрат. Вот. До этого здесь стоял щит, в котором было 3 автомата, точнее 4, один в одной. Группа розеток кухни, группа розеток всей квартиры, группа освещения. Мы поставили новый щит, добавили группу, и сейчас я расскажу. А также в квартире электрик, который делал до этого квартиру, было сделано, что были поставлены большие коробки распаечные, в которых распаяно было и освещение, и розетки, то есть как бы две коробки в одной было распаяно, расключено. Разные группы, но в одной коробке. Что сделали мы? Мы сделали отдельно коридорная группа с ванной комнатой. Вот здесь в коридоре розетка. Она идет по старой проводке, которая была, приходит в эту коробку. Здесь мы оставили, точнее добавили еще одну розетку. И дальше идет эта же группа в ванную комнату. И в ванной комнате у нас розетка для стиральной машины, розетка для фена. И две розетки, точнее, там для фена, еще для чего-нибудь, выключатель и подсветка зеркала. Вторая группа у нас идет, это розетки вот этой комнаты. Здесь было добавлено блок из двух розеток, добавлена коробка, эта розетка опущена, ниже, и эта розетка тоже опущена вниз на 30 сантиметров. С этой стороны добавлена розетка телевизора, телевизионный кабель и дополнительная розетка для подключения маршрутизатора. Вторая группа розеток у нас идет зал. Здесь у нас опустили розетку ниже, здесь опустили розетку ниже. Коробки все проваренные. Добавлен свет на тройной выключатель, то есть люстра двойного выключателя, выкинули хвост освещения, и точечная подсветка будет потолок делаться. И добавлена вот в это место еще группой из 5 розеток. Также раньше здесь был выключатель на балкон. Мы его перенесли на сам балкон. Светильник оставили на том месте, на котором он был. Третья группа у нас вот в это место выведен кондиционер. Значит, в коридоре у нас переделано освещение. Раньше это был вот в этом месте один выключатель двойной на ванную и на туалет. Теперь мы сделали двойной выключатель на ванную комнату, вытяжка и светильник включает. И двойной выключатель на туалет, также вытяжка и светильник. Сюда выведены три группы, это кондиционер, освещение и розетки. Они пойдут на второй этаж в будущем. Кухня. Значит, на кухне был выключатель раньше вот в этом месте, мы его перенесли наружу. Значит, на кухне приходит группа
холодильник, телевизор и розетка возле стола. Отдельным кабелем приходит группа на духовку. И оставлена группа, которая заходила, вот здесь перебили провод вентиляционщики, кондиционер, который вели. Эта группа ушла с четверкой, она оставлена на розетке рабочей поверхности, розетка вытяжки, розетка электрический поджиг плиты и розетка котла и газоанализатора. Ну, в принципе, все. А здесь вот еще мы перенесли, раньше был выключатель в том месте вот этой лампочки. Теперь он находится вот в этом месте. Добавлен проходной выключатель на лестницу. Он в туалете, в скрутке, висит сейчас. Здесь мы, раньше над дверью был звонок, сейчас это светильник, двойной выключатель, светильник включает этот и вот этот. И перепаян добавили звонок вот в этой коробке, перепаяли и перенесли его на это место. Ну и щиток. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.